Приветствую всех на канале Есть Поесть. Скажите, ну какой же новогодний стол без блюда, украшенного в стиле символа Нового года? Сегодня как раз предлагаю вам такой салатик. Разумеется, в таком стиле можно украсить любой салат с любыми морепродуктами или рыбой. И скажу по секрету, что икру я использовала имитированную. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. В кипящую воду опускаю предварительно почищенные и помытые кальмары. Чтобы они быстрее закипели, можно накрыть крышкой. После повторного закипания варю кальмары 2 минуты, не больше. Потом их можно опустить в холодную воду, чтобы прекратить процесс приготовления, но я обычно этого не делаю, просто убираю их из кастрюли и даю остыть. Затем нарезаю такими крупными кольцами и далее небольшими квадратиками. Огурцы режу не крупными кубиками. Сыр тру на мелкой терке, а вареные яйца на крупной. На блюдо устанавливаю кулинарное кольцо, делая диаметр 17-16 см. Наношу сеточку из домашнего майонеза без яиц. Распределяю ложкой. Следующим слоем я кладу тертый сыр. Также наношу майонез и распределяю. Отмечу, что в майонез я добавила соль с расчетом на весь салат. Далее слой огурцов и опять майонез. Ну и последний слой яйца, которые я также смазываю майонезом. Убираю салат ненадолго в холодильник. В измельчитель складываю оливки без косточек. Добавляю оливковое масло. По вкусу можно добавить чесночок. И измельчаю. Затем выкладываю эту массу на салат, в любом порядке, имитируя полоски тигра. А уже между черными полосками выкладываю красную икру. Я уже говорила, что беру имитированную, но, конечно же, при желании можно взять и настоящую. Дам постоять часик в холодильнике и убираю кольцо. Также выкладываю икру по кругу. Все, салат готов. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите в комментариях. А вы обычно украшаете блюда в стиле символа года? Смотрите на моем канале и другие новогодние рецепты, и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.